Занимайся физкультурой, будет стройная фигура. Меланхолия и езда на велосипеде несовместимы. Забудь соцсети, сотри свой ник, нажми Escape и на турник. Это только несколько призывных надписей, появившихся сегодня на улицах Сочи. Новые знаки, обозначающие велосипедную дорожку, дополнены спортивными девизами. Было решено те пустующие места заполнить такими, такой креативный подход, как надписи, которые, в принципе, надписи крылатые, фразы, которые взяты из обихода обычного, которыми горожане ежедневно пользуются, и просто были нанесены на указатели. И появился такой своеобразный креативный указатель, где совмещены и призывы к занятию спортом позитивные, и само обозначение велосипедной дорожки. В администрации города заверили, работа по благоустройству велодорожек продолжается. В планах дополнить указатели информационными табличками для велосипедистов, а также продлить сеть велодорожек по курортному проспекту.